гражданина Российской Федерации Тихеева Петра Владимировича выдворить с территории Республики Казахстан в течение 10 дней. Расходы по выдворению отнести за счет бюджетных средств. Решение вступает в законную силу со дня его принятия и служит основанием для выдворения иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан. Основанием выдворения послужило Тихеева, что он неоднократно нарушал законодательство РК, что подтверждается постановлениями административного суда. Кроме того, в судебном заседании Тихеев сам подтвердил о том, что он проживает в Илийском районе в Республике Казахстан без вида на жительство, о том, что он не знал, что нужно подавать заявление в миграционную полицию для получения вида на жительство. Незнание это не является основанием для отказа в удовлетворении заявления миграционной полиции. То есть закон для всех равен. То есть, честно сказать, вот сейчас я не удивлен, говорится, не удивлен просто то, что совершилось. Апелляцию подавать. Обязательно будем апелляцию завтра будем в области подавать. Обязательно. И дальше будем Верховный суд. Если это не удовлетворит, будем подавать Верховный суд. Вы не хотите уезжать? Нет, а дело в том, что, говорится, честно сказать, я все равно верю в справедливость, верю в казахского народа, казахстанского народа. Сам казахстанский народ очень хороший, прекрасный народ. Но есть, не верю в ту несправедливость, которая существует на ней сегодня. Страдаю, видите, представьте, я священник, человек, который сделал много для Казахстана и выдворяемый. То есть это несправедливо. Ладно я. Я уехал в Россию, говорится, меня там ждут. Только вот жалко тех детей, которые, стариков, которые здесь я приутил, и которые являются отцом и родным, близким. Самое страшное еще то, что в нашем государстве, значит, люди не могут найти справедливость. Вот самое страшное. Вот это обидно.